закончился второй день гонки. Мы думали, что ужас был вчера, ужас был сегодня. Да. Может быть, завтра будет еще хуже, но я не знаю. Самое веселое то, что мы уложились в свой лимит времени и финишировали всего за 29 секунд до окончания нашего максимального времени. Таким образом не получили штраф. Штраф большой. Ну а в целом у спецучастки проехать хорошо не удалось. Вчера у нас были проблемы с мотором. Не работало два цилиндра. Механики работали весь вечер и всю ночь. Казалось, проблемы устранили, но на самом деле нет. Уже с утра, выехав на Лиазон, мы почувствовали, что нет одного цилиндра, а сразу после старта и второго. И весь день, фактически 220 километров боевых, сложные дюны, феш-феш, мы проехали без двух цилиндров. Кое-как, практически малых машина на ладан дышала, молились на то только, чтобы она дошла до финиша. Пришлось спустить колеса до единицы. И так, в общем, протошнить весь этот участок. Но мы на финише, надежды не теряем, и, в общем-то, уже сошло 4 экипажа в нашей категории. Шансы есть, будем бороться. Астана вперед.